Так, самое доброе утро. Сегодня у нас 30 марта 2018 год. Пошли в доллар 3. У меня, я так и не купила себе вот эти губочки, которыми я мою посуду. Пошли, открываемся, выходим. А потом я еду в гости. У меня девочки, наши русскоговорящие, семья, вернее, меня пригласили в гости. Берем корзиночку и поехали. В этом магазине я много раз говорила, все за доллар. Абсолютно все, что здесь есть, все стоит доллар. Некоторые вещи даже стоят чуть-чуть дешевле. Итак, вот тут очень много семян. 4 пакетика на доллар. Если вы пойдете в Home Depot, один пакетик будет стоить, ну, наверное, 2 с копейками. Здесь все это практически for free. По 25 центов каждый. Что мне взять, что-то посадить? Ну, хотя посадить я посажу, но тут же ж оно уже не растет ничего. Не буду я ничего этого брать. Пошли. Что мне надо? Мне нужны на кухню. Так, это игрушки. Это игрушки детские. Так, что мне нужно? Это все у меня есть. Мне нужно. И где вы мои моечки для посуды? Хоть я их не вижу, но их почему-то нет сегодня. Очень странно. Итак, пошли, я возьму рыбную консервочку. Ой, так вкусно. Я из рыбной консервочки сварила борщ. Фу, борщ, господи, суп. Вкусняшка. Когда-то у нас продавали в Советском Союзе уха рыбацкая. Что-то в этом роде суп такой был. Я его обожала. Итак, нету моих этих моечек. Пошли смотреть консервочку. Так. Кукис. Вот это, кстати, очень вкусная. Вот это Мария. Очень вкусная печенька. Так. И где тут конфетки? Конфетки не нужно. Опять же остановлюсь на продуктах. Вот Дугласу колбаску сейчас куплю. Он меня попросил. Болония. Ага, вот мои сардины. Вот мои сэмон. Вот они опять сардины. Сардины. И вот они сардины. Вот такую сардинку я такую вот возьму. В томатном соусе взяла и вот такие взяла. Красную рыбу я особо не ем. Почему-то она мне не такая вкусная. Ем, конечно, но редко. Это в соусе мастард. В горчичном соусе. Симпатичные. Тарелочки такие симпатичные. Все, пошли. Сделалось аж на $5. Купила Дугласу хлеба, купила ему 2 пачки колбаски и себе 2 сардинки. Какое озеро тут красивое рядышком. Симаран Шоппинг Плаза. Его написано Big Lots, тоже магазин, где абсолютно новые вещи, все продаются с большими скидками. Дальше Рос, дальше Шулен, там обувь продаются. И вот DDS Discounts, то же самое, в принципе, что в Росе. Вот как-то они между собой уживаются, как-то они конкурируют между собой. Я не знаю, я бы, например, не рискнула открывать вот этот вот Discounts рядом с Росом. Ну, итак, а я иду в Aldi. Это замечательный немецкий магазин. Они собираются довести всю еду 100% органик. Для меня что органик, что не органик, я, честно говоря, мне это по барабану. Органик. Ладно, пошли. Взять тележку надо 25 центов. Мне, к сожалению, у меня в машине все 25-центовые монеты. Я их собираю, потому что иногда за паркинг надо платить монетами. Придется мне идти с голыми руками. С чистыми голыми руками. Мне надо взять 2 галлона молока, Дугласу и яйца для меня. Унесу все очень дешевые. 12 штук, дюжина, $12. Обычно были $1.37. Обычно молоко здесь $2.30, сегодня $2.03. Колбаса, больше колбас и стоит дешевле 85 центов, чем я взяла в $3. И хлеб 85 центов.